Зеленник приглашает на стрижку 149 рублей. Стрижка женская, мужская. Маникюр с покрытием также 149 рублей. Покрытие шелак, пин 150 рублей. Стрижку 600 рублей ровно. Кедровые орешки багульник. То он на метро. А. Ну что, ты пойдем фоткать ОРП? Ага. Или ты уже? Не. А, все, идем. Пошли. Я что-то это зачитался. Ага. До этого, да. Водномоторного клуба. А там что делать? И там прошел по дворам, на метро сел. А, понятно. Вот так. Там много народ так пересаживается.
А там далеко до метро идти? Нет. Как Строгино, да, примерно от дальнего трамвая, наверное? Да, да, может быть. Ну да, вот так. Может, даже короче. Я там никогда не... Эти станции, они какие-то в дворах вообще странные. Mm-hmm. Ну, непонятно, зачем их так построили. Да. У меня такое чувство, что там... Там первоначальный проект меняли и переносили. Ну, тут логично было, чтобы станция была вот на перекрестке, где сейчас этот цирк. И пуст... ну, с одной стороны, пустырь. Понятно, почему там решили не строить. Она, ну, по-моему, она была, должна была быть южнее. Да? Возле Ашана нового, да? Где-то там. Ну там же вообще, там вообще пусто. Нет, в смысле, она должна быть... Я про Бесильское шоссе имею в виду. Не, имею в виду, она должна быть по... Вот там же по трассе линии, но просто чуть южнее там. Чтобы она там... Понятно. Там, где река мелкая. А я думал, что, знаешь, логичнее, если бы она была продолжением Люблинской улицы туда. Mm-hmm. Ну, то есть, слава богу, как по проспект. Mm-hmm. Но там, видимо, вот это вот место слева начинается. Где ничего не строят, потому что, видимо, там плохие грунты. Mm-hmm. Ну, там реально же речка эта. Mm-hmm. Ну да, да, вот там. Поэтому там бессмысленно, когда с одной стороны ничего нет. Это с другой стороны у нас лесопарк. Ну, и... Ну вот, ты снова в мире Марьино. Да. А вот и польская мода. Я сейчас это видео снимаю. Незаметно. Пригодится. Ты как хитрый иностранный турист, вражеский разведчик. Да. Ты еще должен, такой должен быть в черных очках, в каком-нибудь клетчатом костюме. Да, я сейчас придумал вот так это. Вот так незаметно снимать интерьеры метро для фотограмметрии. Ага. Так если через один тот же выход два или три раза пройти, ну, буду. Там надо с скриптами что-то еще подвинтить, чтобы больше частоту кадров туда засовывать. Там сейчас у них есть скрипт, который один кадр в секунду из видео вытаскивает. А ты из видео, сейчас видео, да, получается? Да. А я два года назад написал скрипт, который вытаскивает из видео кадры с большей частотой кадров и с геопривязкой. То есть у GPS-трека у него точность там 1 секунда, и он эти кадры оставляет там между секундами по ровному. Ну, в общем, попробуем, потому что тут... Надо смотреть, как пойдет, потому что с видео у него... Ну, сразу столько места на диске у него дома занимает. И у него сверху и снизу. Вот этот вертикальный угол обзора меньше, чем фотографии общего. Но, с другой стороны, для фотограмметрии видео лучше, потому что... Ну да. Я вот сравнивал. Больше углов получается. Ну да, я вот сравнивал вокруг автомобиля грузового, обошел с фото, потом еще день с видео. Там какой-нибудь типа 60 кадров в секунду, да, значит, у тебя типа, ну, дохера уже. Ну, если 60 кадров, это проекции получается. Да. Вот если было бы 60 кадров в секунду, это, конечно, было бы круто, но сейчас это слишком много для нынешнего, для оборудования, которое сейчас есть. То есть, если собрать... компьютер из нескольких видеокарт, он, наверное, это сожрет, а на компьютер с одной видеокартой засунут. Ты ограничен технологиями своего времени. Да, это будет несколько ночей рендериться. Классическая история прекрасных там кобиксов про изобретателей. Вот именно. Сейчас я использую где-то около 5 кадров в секунду для фотограмметрии. Я пересматриваю «Железного человека 3». Там как раз такая тема, когда типа... Отец Тони Старка обращается с видео старого такого. Классно сделано, кстати, стилизация в фильме прям. Что он открывает выставку Stark Act 70 в Нью-Йорке, где курица, вот этот как раз парк этот. А, это ну, выставка, по линии на Флашинг. Да, да, да. А, знаю. Вот, они, ВДНХ, значит, по сюжету фильма, это Stark Expo. А. То есть выставка корпорации Stark. Вот, и там он открывает, типа, все, у него там макет. Видео стоит такой, знаешь, классический видео из 70-х, типа рекламного промо. Mm-hmm. Вот. А потом надо посмотреть, может быть, там сидят на видеокамеру с этой с видеоконом, который шлейф остаются. Ага, сейчас.
лучше с той стороны, наверное, подходить. Да, сейчас я посмотрю. Да, сейчас соображу, по какой траектории тут. Ну да, действительно, я сейчас изобретаю велосипеды, потому что все эти технологии 3D-моделирования, они рассчитаны на то, что ты это делаешь... Лидирующие технологии в Москве. Да. И рассчитаны на то, что ты это делаешь по заказу владельца этого места, которое ты моделируешь. Ну, да. То есть можешь там Добавка. Как угодно ходить и можешь как угодно обмерять. А я наоборот. Вот, целых 0.2 отстаивается. Я хочу поснимать интерьер метро. Потому что кроме меня никто этим не занимается, все ламеры. А нет. Еще у нас есть маршрутки. Ага. Дзержинский. Ну вот можно вот тут даже. Номер. Да, это они. Ну они как бы. Тут есть даже сейчас. Куда-то есть сейчас до этого. До Люблино. До Люберц. Так, сейчас соображу какой. А вот бесплатный до южных ворот. Угу. Так, сейчас соображу какую. Машину. Я думал, тут одна будет стоять. А тут так сразу. Нет, много. Фига, тут 4B. Ладно.